Юрий Поляков поздравил анапских журналистов с Днем российской печати, в том числе и сотрудников медиакомпании «39 канал». На встрече глава Анапы поблагодарил их за непростую и ответственную работу и пообещал, что в наступившем году хороших новостей в нашем городе будет еще больше. Говорили на встрече и о проблемах, которые власти Анапы решают сегодня. Глава города рассказал о планах по строительству школ и детских садов, улучшению транспортной ситуации на дорогах, о том, как за год удалось практически вдвое снизить муниципальный долг. Также с Днем российской печати сотрудников СМИ поздравили председатель совета Леонид Кочетов и заместитель главы города-курорта Вячеслав Вовк.